Дворец спорта «Триумф» на несколько часов стал большой танцевальной площадкой. Ежегодный фестиваль «Мастер-стар. Область движения» в очередной раз собрал молодых и самых энергичных жителей округа. Наша съемочная группа взяла на вооружение пару танцевальных восьмерок. «Мастер-стар» – это невероятный выплеск энергии и эмоций. Каждый год студенческие и молодежные коллективы выходят на большой танцпол и сражаются за звание лучшего. Этот фестиваль стал 13-м по счету. Это, наверное, уникальное явление в Подмосковье. Такого, наверное, больше нигде нет. Мы хотим, чтобы наша молодежь цивилизованно, красиво и с пользой отдыхала, проводила свой досуг и, конечно, знакомилась, общалась и объединялась. Представители техникумов, колледжей и высших учебных заведений. Всего 11 команд. Их задача не просто показать свой номер, но и успешно справиться с импровизацией. Например, по команде ведущего исполнить лезгинку или кадриль. Марафон длится не один час, поэтому в течение всего этого времени мы за ними наблюдаем. И когда у них свободная пластика, мы им раздаем баллы. Когда они танцуют свои номера, это уже, мне кажется, отдельное судейство. Конечно, это самое интересное для меня в первую очередь, что они, какие заготовки они подготовили. Оригинальность исполнения и синхронность – первое, на что обращают внимание жюри. Чтобы достойно выступить перед большой аудиторией, участники марафона готовились месяц. Настроение боевое. Мы пришли за победой. Мы последние 2 года занимали первое место и в этот раз решили тоже занять первое место. Но на этот раз победителями стали другие команды – студенты Московской государственной академии физической культуры и Люберецкого медицинского колледжа. А среди общественных организаций лучше всех станцевали представители Центра молодежного творчества «Орбита». Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.